только что нашли мост. Как где, Саша? Как в Риме. Да, и деревья, как в Норвегии. Посмотри, на вот эти хвойные. Морковка, как на Украине. Прикиньте, натуральная морковка, хвойные деревья, как в Риге. И мост, как в Риме. Ромчик, смотри, какие сзади хвойные деревья. Прямо как в Норвегии. И морковка растет, видел? Да, но вряд ли он старый. Это его не подлатали. Саша выдвинул предположение, что мост не старый. Просто если бы он был старый, то он был бы широкий, потому что раньше машины были большие, а такие маленькие машины только недавно появились. То есть это почти нанотехнологии. Ну да, и непонятно вообще, куда он вел. Он просто посреди огорода стоит. Ну это чтобы морковку собирать. Родилась идея пойти и спросить у того мужика в шлеме, где здесь KFC находится. Да, он в шлеме, он явно что-то знает. Что характерно, очень чистая вода. В Китае это очень редко, чтобы вода вот такая была прозрачная. Почему? Where is one ice? А. Go ahead, big supermarket or big supermarket. Not have nothing, right? Yeah. Наше недоумение вызвала ситуация, когда машина стоит прямо возле вестибюля. Как она туда попала, непонятно. Каким образом можно было ее туда переместить? Нашли какой-то древний город. Вова собирается перелезть и совершить экспедицию в древний город. Что его там ждет, неизвестно. Да, тут особенность в том, что мы нашли древний город, но везде висят указатели, что перелазить туда нельзя. Но тем не менее, я очень хочу туда спуститься и посмотреть. Спуститься сложно, потому что очень высокий отвес. Просто нереально, видите? Вдоль всей скалы, да, поэтому мы выбрали вот тут более легкий такой участок и попробуем тут совершить проход. Вот нашли немножко здесь, но тоже высоковато. Может быть там дальше есть? Тут такой, о, в общем тут экзотический пляж, а Саша говорит, что он нашел тропинку, сейчас пойдем туда. Уже почти смеркается, точнее, уже почти стемнело. Ребята, мы прошли на запрещенный пляж. Тут никого нету, акул нету. Есть только старый город. Будем заниматься исследованием.
готическое. Но выглядит достаточно антуражно, и видно, что построено было давно. Ромчик там застрял, походу. Но он же не знает секретную тропинку. Да не, он даже не дошел туда.